А вот и наш отель Кадагуэст. Мы были здесь всего полгода назад. Практически ничего не изменилось. Народ отдыхает. Все красиво. Все аккуратно. Отель Баяиби, Кадагуэст. Забирали крайних пассажиров здесь. Вот бассейник. Ну чё, на пляж я не побегу. А это номер, где мы жили. А это столовая, где мы ели. Ой, они крышку сделали. Этой крыши соломенной раньше не было. Бар какой сделанный. Оля! Вот, катамаранчики катаются. Тихо, музыка. Мой катамаранчик не котанный. И лазурная. Вот катамараны. Вот это Доминикана. А Хуандулио — это не Доминикана. Ай, какая прелесть. А эта Ирочка ругается, что я опаздываю на автобус.